У Могилеве на площі Леніна дали офіційний старт новогоднім і калядним мероприємствам. Старшиня Могилевского облвиконкама Анатолий Саченко разом со старшиною Могилевского гарвиконкама Александром Студневым натиснули чаровную кнопку. И головная елка в области зазяла разнокаляровыми огеньшками. Зажилась елка. Красиво. А вам что больше понравилось? Нам очень понравился праздник. Большое спасибо властям города за этот праздник. Все дети очень рады. Хороший горячий чай. Всех с праздником и с Новым годом. С Новым годом! В чем все-таки секрет новогоднего настроения? Конечно же, во всех огоньках, которые везде моргают. Очень приятно это все видеть. Ну и, конечно же, погода. Новогоднее настроение у нас во всех. За настрой отказывали творчие коллективы Могилева. Яны подрахтовали мюзикл «Зорное зянье». По сюжете, батьки на сцене делились казочными передновогодними традициями с детьми. У поддержку идеи мюзикла и акции «Наши дети» одним из сюрпризов стали грошовые сертификаты от керавництва в области и города. Двум батькам, у которых сегодня народились дети. Новый год вообще важен для всех, и для детей, и для взрослых, потому что Новый год всегда ждут. Ну, во-первых, это для взрослых подведение итогов. Взгляд в будущее, взгляд в прошлое. Дети, конечно, ждут чудес, ждут праздника, ждут подарков. Да и взрослые тоже ждут. Ждут чудес, ждут добра, ждут праздника. Поэтому вот та акция, которая проходит в нашей стране, конечно, имеет огромное значение. Потому что дети – это наше будущее. И мы должны сделать все для того, чтобы вот эти праздники прошли для них весело, с улыбками, чтобы сбылись все их желания. До официального старта новогодних святов буйные вытворцы харчовой продукции в области подрыхтовали смачные подарунки и теплую горбату. У Вогулі программа святочных мероприемств расписана до 15 студеня. Это несколько десятков мероприемств, которые будут радовать и створать настрой усім жыхарам Могилевшины. Сергей Пеклин, Карина Немцева, Дзяніс Жавіна и Александр Артем'єв. Новини региона.